Ну, если можно, комментарий сначала по матчу. 3-0, очень уверенный первый тайм в исполнении команды. Смотрелся, как вам смотрелась вся игра? Все играют. Прежде всего, игра смотрелась как хорошая тренировка. Но от этой игры результат был на втором месте для нас. Как бы мы его счет вообще не брали. Самое нам главное было, чтобы ребята получили нагрузку такую игровую. Как видели, там по 60 минут кто-то играл, кто-то там два раза выходил на поле. А по игре что говорю? Выиграли. Любая победа – это победа. С эстетической точки зрения два мяча были красавцы просто. И Миранчук, и Шкулеч, когда из-за пределов штрафной. Вам какой, может быть, больше даже понравился или оба? Все голы нравятся. Лишь бы забивали, какая разница там. Как забивать? Ну, конечно, красивые голы – это больше радует. Исполнение Шкулеч, как вы сказали, Миранчука. Миранчук, два матча, два мяча забитых. Наверное, отмечаем этого игрока, ну, хотя бы так, чуть-чуть на этом сборе по двум контрольным матчам. Это правда? Это справедливо? Ну да. Леша, он работает на тренировках в полную силу. Вот заслужил эти два гола, значит, раз забил. А только рад за него, за Алексея. Не будет возможности завтра задать вопрос, задам сегодня. Если позволите, одна тренировка осталась, итоги сбора. Насколько вы довольны, может, процентом соотношения или вообще, ну, просто есть ли удовлетворение от того, что здесь было за две недели? Ну, конечно, удовлетворение, полное удовлетворение от этого сбора и условия, плюс, что ребята выполнили всю работу, которую мы им предложили, тренерский штаб. То, что они работали на все 100% на каждой тренировке. Поэтому мы довольны этим сбором первым.